Вижу, у нас аншлаг. Приятно. Спасибо. Я думаю, что у нас сегодня с вами все получится. Хорошего вам дня и отличного мероприятия. Спасибо. Мы приглашаем сказать несколько напутственных слов главного редактора издания «Компьютерные вести» Вадима Станкевича и Владимира Тюткова, ректора IT-института и бизнес-администрирования. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я рад приветствовать вас в этом зале. Безмерно приятно, действительно приятно, что вас так много, и это определенно аншлаг, и это определенно хороший залог и почти гарантия того, что мероприятие пройдет и завершится успешно, чего я нам с вами и желаю. Большое спасибо всем, кто дошел. Надеюсь, что вы не очень обиделись на то, что пришлось немножко подождать. Народу было очень много, то есть у нас даже там получилось так, что некоторые, кто зарегистрировался в конце, получил ссылку на видео, потом обиделся, что не получилось. Вот. Вы уж нас извините, в следующий раз постараемся снять Минск-арену. Ну, потому что IT-индустрия у нас должна расти семимильными темпами, это наш флагман. Минск-арена 10 тысяч человек, а ПВТ 20. Мы можем с помощью такого мероприятия в полтора раза ПВТ увеличить. Спасибо, Вадим и Владимир, а мы тем временем приглашаем первого нашего спикера, это Виталий Бородин, тренер IT-академии Билхард. Он расскажет, как выбрать IT-специальность для гуманитариев. Давайте поприветствуем его. Так, на слайде, который вы видите, довольно показательная динамика. За последние 5 лет мы можем видеть, что относительный рост зарплат в сфере IT превысил другие отрасли экономики более чем в 2 раза. При этом вы можете сказать, что куда может быть рост больше. Специалистам скажут, что это далеко не предел, потому что рынок испытывает острый недостаток в специалистах, но не просто в специалистах, а в квалифицированных специалистах. Многие работодатели готовы платить достаточно серьезные деньги. Но при определенных условиях. С некоторыми из этих условий мы попробуем с вами разобраться. То, что вы видите сейчас, это движение средней заработной платы в долларовом эквиваленте по различным странам, в частности СНГ. Сфера IT позволяет как раз-таки раздвигать границы и не останавливаться на поиске работодателя на территории нашей страны. Многие компании, в первую очередь IT-компании, имеют офисы в различных странах. Вы можете, никуда не уезжая, оставаясь на территории Республики Беларусь, получать вполне европейские или американские зарплаты. Вы можете сказать, что да, но для этого нужен английский. Может быть, но далеко не всегда, потому что существует большое количество компаний, которые работают с рынком России, Украины, Казахстана. Это огромный рынок, и о нем никогда не стоит забывать. Также стоит отметить мотивация, которая помогает людям переходить в сферу IT. Помимо зарплаты, но это банально. Есть также по исследованиям, которые проводились, в первую очередь многие респонденты выделяют гибкий график. Гибкий график – это все очень здорово. Это на самом деле очень удобно. Как человек, который отработал некоторое время в банке, я могу сказать, что та ситуация, когда тебя жестко контролируют, даже если ты задержался и отметился на 20 секунд позже, для тебя могут последовать негативные последствия. IT-компании традиционно как раз-таки считают, что гибкий график – это очень удобно. Это удобно не только для работника, но и для работодателя, потому что работник знает, что если есть необходимость, он может решить какие-то свои дела до либо после работы. В некоторых случаях с работодателем можно также договориться и во время рабочего дня уделить некоторое время собственным делам. Это позволяет в первую очередь сосредоточиться работнику на выполнении своих профессиональных обязанностей и не отвлекаться ни на что другое. Действительно, тема моего выступления полностью коррелирует, вполне созвучна с тематикой конференции, и именно об этом я буду говорить. Разумеется, мое выступление будет в той или иной степени, наверное, изрядно коррелировать с выступлением предыдущего спикера. И это правильно, я думаю, что мы все вещать будем в одном и том же контексте, поскольку мы все очевидным образом для чего-то здесь собрались и преследуем какие-то вполне
конкретные цели. Полагаю, что большая часть из здесь присутствующих хотела бы понять, прояснить, уяснить, каким же, собственно, образом можно войти в ту сферу, которая общо называется информационной технологией. Есть для этого один путь, 25 путей, 125. Это сложно, это очень сложно, практически невозможно или на самом деле довольно легко. Вот об этом я и попытаюсь сказать. На моих слайдах будет какое-то количество текста. Заранее извиняюсь, я читать его не буду. Я его буду комментировать, ну или не буду комментировать. Итак, вопрос, каким образом можно получить сопричастность с IT-индустрией, это, наверное, вопрос, который волнует большинство здесь собравшихся. И оставшаяся часть, которых это волнует меньше, наверное, предполагаю, что не знают страшную тайну, ответ на вопрос, как же это можно сделать. Давайте посмотрим, что у нас вместе в итоге получится. Итак, информационные технологии – это очевиднейшим образом технологии, которые работают с информацией. С созданием, обработкой, хранением и же с ним, с информацией, и все это с помощью вычислительной техники. Говоря строго, можно было бы даже обратить внимание на слово «информацию». Информация, которая тоже что-то означает. Но давайте от этого абстрагируемся. Хотя лично мне больше всего нравится определение, что информация – это разность энтропии, для тех, кто это знает. Но, в свою очередь, вычислительная техника, на которую все это опирается и с помощью которой взаимодействует, это тоже, в свою очередь, совокупность технических и математических средств. Ну, технические средства – это самое простое. 21 век – это, понятное дело, от суперкомпьютеров через настольные компьютеры, ноутбуки, смартфоны, наладонники, включая многочисленную периферию и так далее, и так далее. Здесь собрались люди, которым интересна IT-отрасль. Вы сейчас стоите вот перед таким вот первым шагом, наверное, большинство из вас. И, конечно, хочется заглянуть куда-то за горизонт. Да, хочется выбрать правильную профессию, правильную специализацию, которая максимально реализует ваш потенциал. F5, можно там презентационный режим? Наш центр вот уже 6 лет специализируется на подготовке и трудоустройстве начинающих IT-специалистов. За эти годы, конечно, тысячи трудоустроенных студентов, сотни историй успеха, но и есть, конечно же, люди, которые разочаровались этим выбором. Поэтому вот наша сегодняшняя с вами встреча посвящена тому, как правильно построить свою карьеру в IT. Так уж получилось, что портрет нашего студента – это вот портрет Робинзона на этом слайде. Как правило, к нам приходят молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. Те, которые разочаровались в выборе своей первоначальной профессии. Это люди уже с опытом, которые попытались себя реализовать в каких-то других областях, либо столкнулись с тем, что дальнейшего роста нету, либо с финансовыми проблемами столкнулись, и наконец-то они решили выбраться за рамки своей профессиональной области, так сказать, разведать весь остров. И что мы увидели, да, что они видят? Видят то, что IT-индустрия процветает, как было сказано предыдущими докладчиками, спрос на IT-специалистов достаточно высок, зарплаты тоже. Гибкий график, социальные, расширенные социальные пакеты, обучение внутри компании и прочие блага. И, конечно, хочется вот со всех ног помчаться туда, поскорее и подальше от своих неудач. Вот. Но куда именно стоит идти
и зачем, действительно немногие понимают. Вот примерно 60% наших поступающих не знают, какую профессию выбрать. Ну, кто-то, кто похитрее, сразу идет на DevBuy в раздел зарплат. Что ищет там такой вот студент? Ну, он смотрит прежде всего, наверное, на минимальные зарплаты, на так называемые стартовые зарплаты, и ищет ту зону, где ему было бы комфортней начать. Также обращают внимание на медиану. Это такой интересный достаточно показатель. Он более честный, чем средняя. Ну, предположим, три сотрудника получают, например, Вася получает $3100, Петя и Миша по $100. В среднем у них $1100. Зарплата, в принципе, хорошая, да? Но живут эти люди совершенно по-разному. Так вот, медиана показывает ту зарплату, скажем, которая разделяет сотрудников этой отрасли напополам. То есть половина ровно получают выше, половина ровно получают ниже. Ну, вы здесь видите данные, в принципе, на DevBuy всегда можно зайти, посмотреть актуальную информацию по различным специальностям. Кто-то начинает искать курсы, сразу вот курсы, сразу думает, блин, надо сейчас вот так, примерно прикинул, у меня есть 3 месяца, вот я хочу за 3 месяца быстро чему-нибудь научиться, пройти экспресс-курсы и попасть в IT. Но на самом деле выбор профессии – это комбинация нескольких факторов. Мы помним, что программист – это не технологии, это способ мышления. Какие бы ты технологии ни выбрал, возможно, в будущем все поменяется. Главное, чтобы ты был готов к изменениям. Успехов! Спасибо большое за доклад. Давайте поаплодируем. Что представлено на нашем сайте? Это каталог курсов с поиском по параметрам, поиск курсов, обучающих тем или иным профессиям, и то, на что мы ориентированы специально, это проверенные отзывы о курсах и центрах только от тех, кто действительно проходил там обучение. Мы не занимаемся какими-то заказными отзывами, только реальный человек, который прошел обучение, может оставить у нас отзыв. В каталоге представлено более 20 специализаций. Мы получаем информацию от более чем 40 учебных центров. И база курсов на нашем сайте составляет 600 и все время увеличивается. Итак, поиск курсов по параметрам. На что же стоит все-таки обратить внимание при поиске IT-курса? Сейчас мы постараемся выйти на наш сайт и уже в режиме онлайн посмотреть, как это выглядит. Ну вот, допустим, выберем мы параметр языки программирования. Вы хотели бы изучить какой-то новый язык программирования. В нашем каталоге представлены различные учебные центры, и справа вот вы можете видеть какие-то параметры, по которым вы можете осуществить поиск. Ну, пройдемся по ним. Допустим, параметр преподавателя IT-курсов. Вы должны знать, что преподавателем IT-курса должен быть практикующий специалист, а не только теоретик. Потому что IT-индустрия немыслима без практического какого-то навыка, и теоретик может вам дать какие-то знания, но научить вас именно практике он не сможет. Вы на нашем сайте можете выбрать вот информацию о преподавателе, какое образование он имеет, какой опыт работы, то есть все прозрачно. Кроме того, важный параметр – это формат присутствия. В наш быстрый век не все могут уделить внимание очным курсам, то есть мы все работаем на работе, приезжаем домой, нужно отдохнуть. Поэтому вы можете по параметру формат присутствия выбрать очный либо дистанционный. Но тут тоже нужно учесть специфику, что на дистанционной форме образования вам нужно будет самостоятельно уделять большое количество времени изучению предмета. И если большого желания у вас его изучать нету, то, может быть, стоит все-таки найти время для очного курса. Android или iOS? Вечный вопрос, да? Какой телефон купить? На чем писать? Что лучше?
Я не буду вас агитировать ни за iOS, ни за Android. Я просто вам покажу статистику по зарплатам. Да? Вы видите, что Android-разработчики в России, например, на сегодняшний день могут заработать максимум, да, почти 3500. Но в то же время в России самый большой разброс по зарплатам у разработчиков. Самое интересное, что в России, в Беларуси сейчас не ищут универсальных специалистов. Те, кто мог писать и под Android, и под iOS, ищут конкретных специалистов. На чем писать под мобильное приложение? Вот она, статистика 2016 года. Вы видите, что пишут на Java, на C-Sharp, на HTML, на JavaScript. И, конечно, нельзя представить себе ни одно приложение без дизайна. Дизайнеры — это люди креативные, люди, которым требуется специальный подход. Ну и классики, тенденции дизайна, они меняются, и надо идти, естественно, ногу со временем и смотреть, что происходит. Понятие адаптивного дизайна уже настолько влилось в нашу жизнь, что я даже не представляю, что будет с ним дальше. Мы делаем такой дизайн, чтобы был удобный и для пользователей ноутов, и для пользователей планшетов, и для пользователей телефонов. Плоский дизайн, скроллинг и анимация прокрутки сейчас очень модно, да? Люди тоже ленятся лишний раз кликать по кнопочке, чтобы перейти на другую страницу, поэтому проще проскроллить и посмотреть, что там дальше. Распространение веб-графики. Веб-графика, инфографика тоже вот пару лет назад вообще был просто бум инфографики, где все, что надо и что не надо, рисовали и представляли вот этих красочных картинках с циферками. Почему? Потому что графическая информация воспринимается человеком гораздо проще. В графическую такую вот инфографику можно впихнуть очень большой объем информации, и человек это запомнит. Но сначала по поводу профессии. Очень кратко. Моему сыну было 20 лет, это было совсем недавно, 3 года назад. Он пришел ко мне, имея опыт работы официантом, маркетологом, агентом по продаже недвижимости, пионер-вожатым и продавцом в рознице. В 20 лет уже много чего попробовал, и вдруг он созрел. Он пришел ко мне и сказал: знаешь, что я много чего попробовал, хочу войти. Я сказал: прекрасная мысль, с чего будешь пробовать? Ну, так как я уже имел отношение к тестированию, говорит: попробуй тестирование. Я говорю: давай, попробуй. Он пошел и попробовал пройти отбор на бесплатные курсы. Пришел ко мне и сказал: ты знаешь, не прошел, что-то я уже расхотел на тестирование, похоже, это не мое. Я говорю: хорошо, что дальше? Ну, я не знаю, куда дальше идти. Я говорю: хорошо, единственная специальность, на которую ты можешь пойти после тестирования, не имея профильного образования, будучи гуманитарием, это бизнес-аналитик. Надо сказать, что он прошел курс бизнес-анализа, я помог ему в том, чтобы попасть на этот курс, и вышел оттуда точно так же с твердым убеждением: не мое. К счастью, довольно скоро он наконец нашел себя, и сфера была неожиданной. Ну, не буду говорить про сферу, в конце концов, это его личное дело. Она оказалась вне IT, и в ней он на сегодняшний момент успешно волонтерит в Словении, ездит по Европе, ему там очень интересно. Оказывается, можно себя найти и вне IT, так, на всякий случай. Ну вот смотрите, если мы с Андреем вот так сядем, так, то оппозиция, да, не очень хорошо. Лучше немного развернуть, вот наши точки зрения будут где-то соединяться. Так лучше, да? Все, я когда, значит, я буду кандидатом, я буду устраиваться на джуниора C++ позицию, и я стучусь и выхожу. А ты в своем офисе сидишь, да? Здрасте. Здравствуйте. Это у вас тут пилоты программистов на C++? Да. На новый проект игровой? Да, у нас. Слушайте, а сколько вы платите денег? Больше, чем Wargaming? Нет. Ну что, а я же обрадовался, думал, что тут. Ну, хоть оплачиваете там как-то работу программистов? Конечно. А, ну да, давайте разговаривать. Почему пришли именно в нашу компанию? Слушайте, ну, крутой игровой проект. Ну, честно говоря, я и по зарплате надеялся, что... Я слышал, вот, когда стартап, да, начинается, иногда там они инвестиции поднимают и, ну, хорошо поднимают по зарплате.
Слушайте, а командировки у вас будут? Вот Америка, там западное побережье, мне больше интересно. Да? Ну, хорошо себя проявите, будут. Ну, хорошо. Тогда спрашивайте. Был ли у вас опыт работы в таких компаниях? Конечно, конечно. Не, ну вы знаете, эти компании, да, то есть как они к людям относятся? Это вообще там, вот как шестеренкам, да, вот. И чуть что менеджеру не скажешь, он там сразу не то, не то, не то. Но на самом деле я профессиональный разработчик, и у меня большой опыт. Чем это кажется? Резюме. Можно посмотреть мое резюме. Я участвовал в 10 проектах. И вот C++ просто еще в школе. Еще в школе никто не знал, что это такое, да? А я изучал C++, и вот ООП, я придумал новую модель даже развития. Это технологии на интерфейсы. ООП — это просто религия моя. Моя религия — ООП. Я думаю, что, ну, вы не то, что не пожалеете, вы увидите, что значит работа с ООП. А чего тогда к нам пришли? Хочу, ну я же сказал, то есть вы делаете новый игровой проект. Андрей, а чего одни и те же вопросы задаете кандидату? У вас действительно зарплата высокая? Нет. А какая? Может, я зря зашел сюда? Как для молодых программистов зайду. Ну ладно, потерплю какое-то время. Слушайте, а вот интересно с питанием, обеды. Где обедают ваши сотрудники? Не оплачиваете? Нет. И что вам умереть? Кофе, кулер. С собой, если что, принесете. Ну, понятно, как вы относитесь к людям. Слушайте, Андрей, у меня времени немного, на самом деле. Ну, если какие-то есть вопросы, так вы спросите, потому что я тут проходил, что вам проект нужен. Ну, у нас маленькая компания на 5 человек, небольшой стартап. Хорошо. Вы с таким большим уровнем знаний, как у вас, вы опытный, участвовали в нескольких проектах, вы хотите получать заграничные поездки, большие зарплаты, чтобы у вас был хороший соцпакет. Почему вы именно вот к нам пришли? Ну, игры, ненавижу танки. Идите там, в Ubisoft. У меня личная неприязнь к танкам. Едьте там в Питер, в самолеты вступайте. Почему? Не берете меня. Все. Благодарим Андрея. Он меня не взял. Андрей, ну не убегай еще пару минут. Молодец, выдержал мой напор. Почему ты не взял этого кандидата? Ну, слишком большие запросы для небольшой фирмы в компании. Потому что он должен прийти, показать, что он заинтересован. Он не должен сразу ломиться за деньгами, должен ломиться за опытом. То есть интересуют деньги в первую очередь, да? Всякие, ну, развитие там, типа поездки, это, конечно, хорошо, но для этого надо что-то как-то заслужить. А он еще не показался. Да. Как он субординацию поддерживает, уважительно будет к менеджеру относиться, к коллегам? Нет. Не будет. Ну, видно, как себя взяли, там, сами пытались на себя третий идеал и все остальное. Хорошо, ты не возьмешь такого кандидата? Нет. Кто-нибудь не согласен с мнением Андрея, считает, что нужно брать такого? Не рассчитаемся потом. Значит, мы его не берем и не будем сами такие на собеседовании. Привет, ребята. Ну что, вы тут не устали, не уснули? Кто живой? Давайте похлопайте. Молодцы. Проходите сюда, проходите, заполняйте зал, не стойте там. Итак, мы разыграем сейчас 3 сертификата ну, со скидкой на обучение, да? У нас их 3. То есть будет... Кому-то из вас повезет. Сначала мы разыграем сертификат со скидкой на 30% на обучение, на любое обучение в IT-академии Белхард. У вас все, у кого есть номерки? О, как много, молодцы. Ну что, мы начинаем нашу лотерею. Тяни. Все сейчас переживают, хотя чтобы вытянули именно их номерок. Не теряем. Абракадабра. Не теряй. Хватит терять. Все. Тяни. Копни поглубже. Давай, оп. Один, все. Итак, готовы?
Не слышу. Номер 23. Проверяем. 23. Номер. О, аплодисменты. Чего такие жизненькие? Давайте порадуемся за человека. Держи. Как тебя зовут? Александр. Ну, поздравляем тебя, Александр, это тебе. Спасибо большое. Так, будем рады тебя видеть у нас. Ребят, поддержите Александра. Ну что, поехали? Давай, давай, давай. Не роняй ничего. У нас сегодня тройки крайние. 163. Поаплодируйте этой девчонке. Иди сюда, спускайся, мы тебя подождем. Ну что, давайте, пока она идет, мы определим последнего счастливчика. Точнее, крайнего. Давай. Давай, давай. Так? Ну, хорошо. Готовы? 289. Где? Держи. Как тебя зовут? Вика. Вика. Супер, молодец. Это тебе, держи. Спасибо. Будем рады тебя видеть у нас. Это можете оставить себе, это визитка. Наконец-то, изюминка вечера, да? Держи, это тебе. Как тебя зовут? Анастасия. Молодец. Поаплодируем Анастасии. Порадуемся. Будем рады видеть. Ну что, вот, собственно говоря, и закончилась наша лотерея. Не скучайте, еще будет много чего интересного. Не расходитесь. Вот, подписывайтесь на страничке Кавабай. Мы там часто проводим разные розыгрыши. Вот. Как тут рассказывали нам наши партнеры с рекурсия, оставляйте отзывы, они разыгрывают пауэрбанки, кто забыл. Не нужно волноваться и ставить на себе крест. В IT-сферу приходят и в 30, и под 40, и может быть даже за 40. Хотя... Да, 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 совершенно верно. Я знаю, по крайней мере, один пример, когда пришли и в возрасте за 40 и работают аналитиком. Такие примеры у меня тоже есть.